Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работает слуховой динамик, то в 60% случаев проблема именно в нем. Но также проблема может быть в верхнем шлифе, так как на нем находится контактная группа, и через него не передается сигнал на печатную плату. Также проблема может быть в контроллере звука, либо его обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.